Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на матче единой лиги ВТБ. Это Минск, который принимает Уралмаш из Екатеринбурга. Ну, походу, уже нескольких матчей у нас. Первые алиупы — это Джош Перкинс и Октавиус Эллис. И у тебя остается два варианта. Либо ты выбрасываешь и чехлит. Чехлит Каско Кирилла Песклова с обратной стороны кольца. 4-3. Глазунов. Дальняя попытка. Еще одна точно для Уралмаша. Успел убежать до своего кольца. Накрыть соперника. Здесь опустил мяч слишком низко Гаррет Невилс. И в быстрый отрыв улетает Даниил Каско. Вколачивает мяч сверху. И тут же Уралмаш в быстром... И еще одна красота нам от Гаррета Невилса. Не успел за снайпером Минска. Туда же скидка в угол на того же Прощенко. И отвечает он дальним попаданием под самую сирену. Как можно так невероятно поражать кольцо с таким процентом? Стубеда попадает под блокшот Эллиса. Казалось, что он позицию потерял на грани, чтобы игру окончить досрочно. Глазунов с Эллисом. Один хайлайт за четверть. Идем по расписанию. Каско на Стубеду. И вот это то, что нужно. Короткое забегание. Разгоняется Каско. И поспешили минчане. Хорошая передача от Джоша Перкинса на Александра Захарова. 73-101 плюс 28 побеждают екатеринбуржцы.